В 2024-м завершат проектирование второй очереди восточного обхода. Первую сдадут через 2 года. Задача – соединить федеральную трассу Иртыш и Чуйский тракт, минуя мегаполис. Развитие инфраструктуры региона сегодня обсудили на расширенном заседании правительства. О перспективах строительства южного транзита доложил заместитель министра транспорта. Реализация объекта позволит обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 Иртыш и Р-256 Чуйский тракт, перераспределит транспортные потоки на магистральных улицах. В составе участка предусмотрено строительство 3 транспортных развязок, что позволит выполнить не только расшивку узких мест в левобережной части города Новосибирска и полноценно интегрировать Быгринский мост в транспортную сеть, но и откроет новые перспективы развития трамвайной сети левобережья. В декабре 2023 года заключен контракт на выполнение проектных изыскательских работ с завершением проектирования в 2025 году. Большое значение имеет национальный проект. За 5 лет в транспортную сеть региона вложили более 130 миллиардов рублей. В нормативное состояние привели 85% дорог внутри, вокруг Новосибирска и 50% региональных трасс. Завершается 6-летка реализации национальных проектов, инициированных Владимиром Владимировичем Путиным в 2018 году. Большая работа. Мы все уже понимаем, уже идет согласование перезапуска, продления, запуска новых национальных проектов после 2024 года. И, наверное, было бы правильно подвести итоги их исполнения за последние 5-6 лет и высказать свое видение, как нам нужно двигаться в развитии отраслей в ближайшие годы.